Всем привет, Steam, подписывайтесь на Фото Ив Лайф. Итак, всем привет. Я помню. Всем привет. Привет. Сегодня наш день начинается. Сейчас вот мы идем через парк. Можете посмотреть. Сегодня у нас предстоит съемка в гостинице Radisson. Снимаем 10-летний юбилей. Казино Олимпик. Пригласили на мероприятие фотографа. Будем снимать, смотреть, что получится. Разговаривать. Все это вам покажем. Вход. А? Да. Детская комната. Народу много тут подтягивается, все на пресс-воле фоткаются. Матюш, можете сами посмотреть. Парочку кадров будет съемка именно с моей камеры, с объектива, можно сказать, глазами фотографа. Посмотрим, как будет, пока что начинаем. Она стоит просто и сама с собой ходит. Я не могу на полтинник так We'll be right back.
Итак, мы вышли, все с воду, и направляемся в данный момент на Далгову, где будет происходить дискотека на корабле. Барселона Болт Партия. Да, Барселона, Барселона Болт Партия. Болт. 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 Боат. Боат. Ну, какой корявый. Ну, так что ж, еще оттуда увидите. Ну вот, заходим в старый город. В общем, мы сняли в Олимпик казино. Сделали классно, получились концертно, особенно выступление было. Афро-выступление. Афро-группы. Афро-группы, классно. Будет и видео. Ну вот, мы в Риге, наконец-таки приехали. Долгий приезд был с Италии, на самом деле. Мы оставили свой чоппер вот там вот. Один из них мой. Идем в какое-нибудь место, присесть туда, подтереть фотографии. И все. Не будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра у нас концерт. Это видео будет из двух частей. Не говорили, нет? Не, не говорили, да. Не говорили, да, это видео будет из двух частей. Вторая часть будет, это концерт Стима. И может быть завтра что-то днем с прогулки. Съемки. Если мы найдем модель, то будет тоже небольшой туториал, как снимать. Решили покататься сегодня перед концертом Стима. Заехали случайно в Бардалгово. Оказалось, что праздник Бардалгово сегодня. Все едят шашлычок, лучок. Kad mamma brauc pie savas draudzenes uz Carnikavu, es jūtu kā smaržo dzīvi. Ja domāju, mēs šeit nemnogo tad pabūdīm, paēdīm uz centru. Tam uz ir skoro do kluba. Būjam sabirāt, tā kā ir daudz. Очень много чего происходит тут. В соседнем парке еще картинги, трассу построили. Как сделать невидимый ремонт? Обтяни его носком. Идем покупать бутерброды и постепенно выдвигаться. Как студенты. Да. Постепенно выдвигаемся к клубу Мауна Пегдена. Красавица. Королева наша латвийская. Потом вам как-нибудь покажем ее замок. Но пока там замок. Пока что там замок. Такой ядреный замок. Замочище. Замочище. Алексей возьмет сейчас себе пару бутербродов. Столовая в Риме находится. Алексей, девушка бутерброды. Кому надо что-то взять, тут, всегда да. Есть. Да, вы можете знаете, приходить. Огнетушители всегда, вот, по эвакуации плана всегда все есть. Все есть, можно взять покушать что-нибудь, если кто голодный. Возьми меня с курицы. Модель. Мы как студенты набрали бутербродов. Студенты. Студент. Стадент. Вкусные сухарики.
Да, можно попробовать. Ладно, я пойду брать билеты. А вот этот человек поедет зайцем. Зайчонок. Он просто без трусов сегодня. По полной. Без трусов, да? Концерта. Как? Концерт был офигенный. Да, очень зажигал, драйв такой был, ух. Понравилось, даже сам руками покачал. Да. С фотоаппарата. Не, звук, конечно, там тряслось все, что можно было. Встретили много знакомых. Да. Но... сделали классные фотки. Да, так что ждите. Все появится. Будет. Надеюсь, к выходу этого видео будут уже фотки. Но сейчас очень все забито, поэтому толком не знаем, успеем или не успеем обработать. Но, по крайней мере, постараемся парочку кадров уже выложить. Закончился наш день. Так что смотрите, подписывайтесь и ставьте лайки. Фото и флайф. Шайна, ну а пистолеты пух-пух, я.
Пух-пух, я. Я. Пух-пух. На, тух-тух. Говори. Ай, что?